пробка до Тулака. И, по-моему, снова дорожники делают в час пик вечером, красят пешеходный переход. Мы находимся рядом, и пробка длится уже давно. Вот едем уже минут 40 в пробке от торгового центра, и вот развилка после пивовара налево на Тулака, прямо в Советский район. Стоят дорожники, опять перекрыли полосу, это уже вечер. И чихать они хотели на все обращения жителей, мои обращения через СМИ. Смотрит, смотрите, сейчас все своими глазами увидите. Они просто не дают проезжать транспорту. Как раз народ едет из центра в Советский район. А, уехали что? Я не есть. Вон сейчас они оттуда собирают уже. Вот только что вот красили, вот они. Вот сейчас, час пик, они красят. Вот они, герои, наши герои. И ничего, и чихать они хотели на народ. Что кто-то за детьми опаздывает, домой с работы спешит.